Саша, сейчас у тебя просто праздник, вот настолько станет, как, знаешь, тавтология, праздник праздничный. Праздник. Да, потому что мы-то кофе с вами намололи, сэндвичи мы сделали, но теперь же кофе нам нужно сварить. Конечно, правильно? Нужно. А вот. Что а мы что? Можем сварить? Мы берем, конечно, мы берем турку, начинаем ставить, оно выкипает, течет. Конечно, не так мы делаем, потому что посмотрите, какая у нас невероятно фантастическая кофеварка перед вами. Идеальное утро. Название говорит само за себя. С такой потрясающей кофеваркой действительно ваша жизнь станет легче, потому что сегодня вы можете варить кофе прямо на дому и не ходить ни в какие рестораны и кафе. Всего 990 рублей. Это действительно абсолютный хит, потому что не существует кофеварок за такую цену, а тем более здесь у нас, посмотрите, какая компактная, классная кофеварка, в которой, да, которая вам хватит. Смотрите, у нас здесь две чашечки, они идут в комплекте, они из керамики. Передо мной два цвета, видите, есть черный, есть бежевый. Да. Какая вам нравится? Ну, давайте покажем, как это все работает, как это все действует. Так, смотрите, какая оригинальная, интересная конструкция. Я не смогу разобраться, скажи, Володь. Наверное, это все очень сложно, потому что я кофеварком как-то вот никогда ими не пользовалась. Сашенька, я разберусь. Вот это как раз, я тебе скажу, не нужно, кофеварка должна варить кофе. Вот если она варит кофе, то этого достаточно. Это самое главное. Отлично. Так вот эта кофеварка, в ней разберется как бы любой человек, любая наша телезрительница, потому что здесь все просто, но гениально в то же время. Посмотрите, да. У нас есть резервуар для воды, у нас, ну давайте сейчас сразу начнем, приступим по порядку, к готовке, да, к готовке кофе. Итак, смотрите. Смотрите, мы наливаем воду. Важный момент. Если вы думаете, куда же нам налить воду, интересно? В этот резервуар или в этот? Я об этом подумала. Сосуды сообщающиеся. Вспоминаем физику. Сообщающиеся сосуды. Вода наливается и здесь одновременно. Поэтому, соответственно, заполняются резервуары. Так, водичку мы налили. И теперь, смотрите, здесь есть вот такой фильтр, что тоже очень классно. Потому что, вы знаете, эти фильтры, которые нужно постоянно покупать, которые у вас портятся и так далее. Вот этот фильтр, он один и, как говорится, всегда. Он вам действительно, фильтр очень дорогой для дорогих кофеварок. Я знаю, что основная часть денег уходит как раз-таки на сменные фильтры, которые постоянно приходится покупать заново. Мало того, что ты потратил там 5, 6, 7 тысяч на эту кофеварку, ты еще и фильтры эти покупаешь. Вот здесь этого не произойдет. Здорово. Ну и посмотрите, да, что мы теперь делаем? Мы берем нашу вот эту кофемолочку, идеальный помол, берем ложечку, она тоже идет в комплекте, что очень важно. Для чего нам пачкать? А я тебе хотела ложечку, что-нибудь. Нет, мы справимся вот этой ложечкой. Смотрите, и мы легко так зачерпываем вот этой ложечкой, смотрите, и высыпаем. Так, давай покрепче, да, давай. Покрепче, ну понятно, девочки заводятся, покрепче, сделаем покрепче, ты Сашенька, можешь. Да. Так, мы насыпаем кофе, смотрите, все это легко, просто, вот из этой прям кофемолки, поэтому вы можете приобрести вот сразу два этих товара, потратить меньше 2000 за два лота, но при этом у вас будет полный комплект. Действительно, потрясающая идея, кофе на дому, ваша жизнь станет идеальной, как эта кофеварка, идеальное утро, а если вы приобретете еще вместе с кофемолкой, то какая сплошная экономия. Никаких дорогих кафе, Сашенька, никаких дорогих посещений. Сейчас, давай мы ее запустим. Всего 990 рублей. Обратите внимание, кофеварка капельного типа. Что это значит? Это значит, что вода поднимается вот в этот небольшой такой краник, и отсюда будет раскаленный кипяток с паром вот так опускаться в кофе и, проходя через вот эту всю конструкцию, выливаться вот в эти две чашечки. А вы тем временем с подружкой будете судачить о жизни, там сериале. Вам ничего делать не нужно. Итак, мы закрываем кофеварку, проверяем, включена ли она. Включена. Да. Нажимаем. Все, кофе начал готовиться. Больше ничего делать не надо. Посмотрите, как просто. Главное, какая она компактная. Вы можете пойти к подруге с такой кофеваркой. Вы можете взять ее на дачу куда-то, правда же? Она компактная, да, и легкая. Я смотрю, действительно, почему бы не увезти на дачу? А можно купить две, одну для дома, другую для дачи. Почему бы и нет? Потому что 990 рублей доступная цена. Скоро начнется дачный сезон. Конечно. Мы же хотим выйти на веранду, посидеть с друзьями, попить кофе. Вот это, я считаю, оптимальный вариант, дорогие друзья. Все же знают, да? Сидим на веранде где-то там, и кто-то бегает туда-сюда, сбегал за кофе, сбегал за кипяточком. Вы поставили ее рядом с собой в любом месте вашего дома, квартиры, дачи и так далее. Сели вдвоем с подружей. Ну, вот мы сейчас с Сашей будем кофеемничать. Ты смотрела сериал последний? Я смотрела. Дорогие друзья, я хочу обратить внимание, что в комплекте также присутствуют две чашки. Вы знаете, я совсем недавно ходила, покупала посуду для своего новоселья и обратила внимание, что даже пара кофейных чашек стоит, начиная примерно от 800 рублей. Представьте себе, а здесь 990 рублей за целую кофеварка и чашки вот эти в комплекте, что очень важно. У нас есть такая примета здесь, вы знаете, вот если, допустим, вы одиноки и приобретете вот такую кофеварку, то вам, потому что здесь две чашечки, вы должны быть вдвоем, обязательно появится спутник жизни, с которым вы будете пить кофе из этих чудесных чашечек. Это запах вообще. Кстати, да, запах уже пошел, кофе варится, действительно студия наполняется приятным ароматом, парные кружечки для тех, кто хочет найти свою любовь. И я напоминаю, что у нас 20
цвета, бежевый, вот такой черно-красный, который вы видите сейчас на своем экране. Сегодня цена 990 рублей, поэтому я советую приобрести вам сразу две кофеварки. Конечно. Почему бы и нет, потому что таких цен нет в обычных магазинах, потому что такие цены есть только в магазине. Первом магазине распродаж. Ох, Саша, дают. Налили сюда водички, сделали эспрессо, добавили немножко кипяточка отдельно в чашку, сделали американо, добавили молока, сделали кофе с молоком, капучино, если молоко, допустим, вы нагрели. Все это вы можете сделать с помощью вот этой чудесной кофеварки, несмотря на то, что она маленькая, ее можно подключить к водопроводу, что очень важно. Если у вас, допустим, да, краник какой-то, краник с чистой водой, многие сейчас делают, вы можете прямо туда ее подключить, и у вас все, вы просто заходите так легким движением, как бы щелк, и посвистывая песню, я купила за 990 рублей, когда кто-то там взял за 8900, а я за 990. И сделали абсолютно правильно, я поздравляю тех, кто уже звонит прямо сейчас, я поздравляю тех, кто сделал правильный выбор, дорогие друзья. И я напоминаю, что забудьте обо всем, что было раньше. Забудьте обо всех дорогих кафе. Вы приходите, платите, 500 рублей за одну кружечку кофе, и все. Кафе, а теперь, конечно, 990 рублей кофеварка долгие годы радует вас потрясающим ароматом кофе. Компактная. Делайте свое утро идеальным, компактное, действительно. Да, здесь используется высококачественный пластик, он пищевой, то есть, соответственно, он прекрасно взаимодействует с водой, жидкостью и так далее. Ну и, конечно, вот эти чашки, это настоящий шедевр, дорогие. Посмотрите, я немножко приоткрою, покажу вам. Да. Видите, да? Вот если оператор сейчас покажет, видите, сколько пара выходит. Вот и я вижу, как ты говорил, капельная кофеварка, вот капельки воды попадают. Пар очень сильный, кстати, большой такой напор. Я сейчас немножко микрофон поднесу, чтобы вы услышали звук. А мы все послушаем. Слышно звук, интересно? Да слышно, наверное, Володь, она так шумит, действительно кипит, а этот аромат, друзья, просто развивается. Я как кофеман просто сейчас нахожусь в каком-то блаженном состоянии, я вдыхаю этот аромат кофе и понимаю, что без этой кофеварки я сегодня домой не уйду точно. Да, но ты уйдешь не только с этой кофеваркой, но еще и с выгодой 1500 рублей, потому что невероятно низкая цена. И наши дорогие друзья, которые уже сделали правильный выбор, тоже получат выгоду 1500 рублей и всего за 990 рублей приобретут потрясающую кофеварку. И их друзья будут благодарны. Скажут, спасибо, что ты приобрел себе такую кофеварку. Да. Почему мне не подарил? Они скажут, это взял кофеварку. Теперь очередь из друзей постоянно, из каких-то подружек. Мы выключаем это. Да, девочки, не бойтесь, но всех придется напоить этим кофе в этой кофеварке приготовленной. Потому что вот так локально, и вас будут даже в гости с ней звать. Ой, Саша, ты вот в гости идешь. Захвати кофеварку, пожалуйста. И сэндвичи, и кофемолку. Я с удовольствием это сделаю. Я обязательно хочу одарить даже своих друзей, потому что цена 990 рублей, ну, очень доступная. Как можно вообще кофеварка стоит 990 рублей? Я не представляю. Тем более вот такая, с двумя чашечками, тем более классно. Тем более с таким фильтром, который Сашечка служит вам долго, бесконечно долго. Уже очень хочется кофе. Мне тоже очень хочется кофе. Наташа забрала у нас сэндвичи, конечно. Ну и кофе не отдадим. Нет. Наташа, извини, пожалуйста, но давай следующая порция кофе тебе. Следующая тебе, а это нам. Вся студия в пожеланиях. Выпить аромат. Дорогие друзья, действительно аромат шикарный, еще сильнее, правда, чем от сэндвичницы. У нас тут оператор уже просто смотрит такими жадными глазами, говорит, нам, пожалуйста, тоже сварите кофеечку-то, будьте так добры. Нет, всем сделаем, тем более Саша, смотрите, как завелась он на эту тему. Сашенька, обязательно всем мы кофе, соответственно, предоставим, нальем. Друзья, 990 рублей, фантастическое предложение этого дня. У нас 8 марта праздник. Конечно, 8 марта. Мы вас поздравляем, за вас тост, Володь, скажи. Да. Вот запах прекрасный. Ой, запах. Дорогие наши телезрительницы, мы вас поздравляем с 8 марта. Мы вам желаем, чтобы у вас всегда была чашка ароматного горячего кофе, когда вы там с подружкой, с любимым человеком. Ну, в общем, там все найдутся, поверьте. Друзья, конечно, мы вас поздравляем с 8 марта. Мы хотим дарить вам праздник каждый день. И сегодня тариф 1,990 рублей. С 8 марта вас, дорогие друзья. Божественный вкус, идеальное утро, кофеварка. Знаешь, мне нравится 22, очень крепость, 740, хорошая. Да. Именно крепкий кофе получается. Вот тот самый эспрессо, который мы с вами так любим. Ну, кто любит послабее, тот добавили немножко кипяточку. Слушай, можно сахарку добавить, правильно? Молочка, кто как любит. Дорогие друзья, сейчас так приятно. Знаете, мне просто хочется пойти в рубрику «Текстиль», сейчас завернуться в какой-нибудь плед и прямо с этой чашечкой и остаться. Посмотри, Наташа как смотрит наши мурушки. Ведущая моды. Наташ, прости, но это сегодня для нас. Друзья, звоните, покупайте 990 рублей. Невероятное предложение и фантастическая кофеварка.
А я появится у вас домой очень скоро. Я не хочу даже с ней распрощаться никак, потому что не могу. 990 рублей, у меня слов просто нет, я не представляю. Я нигде не видела таких цен. Таких цен не бывает, действительно. Если вы позвоните прямо сейчас, вы успеете приобрести. Выгода 1500 рублей, но выгода здесь, выгода, потому что у нас здесь и чашечки, у нас здесь чудесная пивоварочка. Володь, как за ней ухаживать? Мы туда насыпали кофе, и что теперь с ним делать? Смотри, здесь есть замечательные съемные части, я покажу тебе. Легко убираете краник, смотрите, на легким движением эти достаете. Ай, горячий. Достаете вот этот фильтр. Да, не, ну не зарублю, держите, не горячий. Видите, мы достали фильтр. Вот там у нас кофе внутри. Слушай, куда здорово, показать, так. Куда показать, вот сюда показать. Так. И смотрите, мы так легко берем, переворачиваем, и так вот, оп. И все, и мы слушай, а ведь можно из этого сделать легко. Какой-нибудь скрабик, можно сделать масочку, конечно, дорогие дамы, безотходное конечно. Производство. Гадаем на суженого ряда. Можно и так, почему бы и нет. А вот этот фильтр вы спокойно под краником воды прополоснули, снова поставили обратно, и ваша кофеварка снова готова служить вам, делать вкуснейший кофе. А, действительно, кофе вкуснейший, действительно. Это все издержки. Ну, подожди, краник же надо. Ой, извините, пожалуйста, дорогие друзья, потрясающе вкусный кофе из великолепного. Великолепный, потрясающий кофеварки, который называется «Идеальное утро». Действительно, сделать ваше утро идеальным, как у нас сегодня. Сегодня цена 990 рублей, потому что тариф единый действует на вашем домашнем магазине, потому что мы первые в мире телемагазин распродаж. Мы поздравляем вас с 8 марта и дарим вам низкие цены и хорошее качество наших товаров, которые вы не найдете ни в каких других магазинах. Это мы вам точно гарантируем, правда, Володь? Уникальные цены, классные товары, это то, что нам нужно, это то, что действительно мы хотим. Вот сегодня пусть это будут такие подарки на 8 марта. Дорогие девочки, те, кто нас смотрит, покупайте.